Приветствую всех! Пожалуйста, подпишитесь на канал. Поставьте лайк этому видео. Так вы оцените мой труд. Я очень вас прошу. Так, если вы хотите узнать, на каком сайте вы входили, на каком приложении вы входили, так, сюда, и потом сюда. И вот сюда, посмотрите. Так, и проверка основных настроек конфиденциальности. Как защитить свой аккаунт, как люди могут... А, вот, ваши настройки данных на Facebook. Так, приложение и местоположение. Так, вот здесь у вас будет сайт, либо вы можете их удалять, и приложение, в котором вы входили. Многие игры, вы, как вы знаете, требуют вход по Facebook или по-другому. Ну, если вы не хотите делать регистрацию, можно входить по Фейсбуку. Здесь, а если у вас будет стоять... Здесь не важно, здесь можно так разрешить и вот так запретить. Ого, смотрите, не разрешить. А, можно так. И нажимаем «Далее». В описании под видео есть Facebook уроки. То есть, что делать, когда Facebook заблокирован, как зарегистрироваться и так далее, тому прочее. Ссылка в описании.